Дорогие коллеги, несмотря на то, что мы все находимся в состоянии тяжелом, напряженном, связанном с новой коронавирусной инфекцией, я рад вас всех приветствовать из солнечного Хабаровска. У нас действительно 300 солнечных дней в году. Я надеюсь, что на ближайшем стендапе вы будете приобретать новые знания, которые вам помогут в лечении больных. Несмотря на то, что испытываем перегрузку системы здравоохранения по коронавирусной инфекции, каждый день занимаемся эндоскопией в том числе. И даже в тех поликлиниках, где у нас сейчас огромные были очереди в ожидании эндоскопических исследований, мы смогли подключить наш Хабаровский краевой онкологический центр к проведению этих исследований. И если где-то в поликлиниках закрыта плановая помощь, к нам на выручку приходят наши специализированные учреждения, которые помогают вовремя поставить диагноз. Ни один пациент не должен быть пропущен на самых ранних этапах появления злокачественных образований. Вам всем успеха, присоединяйтесь к стендапу, мы вас всех ждем и рады видеть. Спасибо.